Нет больше с нами нашего великого друга Пацюкова. Я очень соболезную. И Алиночке силы крепости. И всем друзьям. Всем близким, родным. Друзей у Виталия было очень много. Все его любили и уважали. Потому что душа был человек, проникал в искусстве глубоко. И помогал мне советами. Вот буквально недели три назад он приезжал с Алиной. И мы обсуждали мои картины, и всегда он давал советы и даже назвал мое направление «магическая реальность». Пусто стало без Виталия, потому что человек был человечный и компетентный, и друзей много было поэтому. Специалист был выдающийся, и член-корреспондент, и советник директора музея, Пушкинского музея искусств. В первый раз Лев Мелехов нас познакомил, ну, с усами такой, выдающийся фотограф в Москве, мой друг ближайший, с которым мы... Коты, как он говорил, Лев Мелехов, потому что мы по годам там и по месяцам там совпадаем. Но я говорил ему, что я старше, он говорит, почему? Я говорю, на месяц старше, ты должен меня слушаться. Ну, мы как братья. Он говорил, брат, я говорил, брат, и мы всегда говорили, брат, брат Лев. Тоже скорбит. Естественно. Опустила земля без Виталия. Виталий приезжал ко мне раньше на Парковую. Я когда наш центр защиты от стресса на Таганке закрылся, был на Парковой несколько лет. И Виталий приезжал с Алиной ко мне на Парковую и смотрел мои картины. И говорил разные слова, очень хорошие, и увидел там картину, которая называется «Мой бедный отец», и Алине показывает, говорит, посмотри, настоящая живопись, и Алена смотрела, да. Я очень горжусь своей дружбой с этим семейством. Ну, прекрасные люди, но теперь вот нет Виталия. Я надеюсь, что Алина приедет ко мне потом в гости. Мы с ней будем. Да, без Виталия это, конечно, это... Ну, что делать? Но сейчас, недавно, когда они ко мне приезжали, он советы давал, и он говорил, что ты так, как бы, пишешь картины, как бы, внутренний мир открываешь. И было у него такое написанное мне заключение в свое время. И он тогда вот передал мне это письмом без подписи. А я ему, когда он пришел вот недавно совсем, я говорю, Виталий, я распечатал это твое заключение. Оно такое хорошее, такое на нескольких страницах, такое хорошее. Да, что у меня там какая-то... какое-то проникновение в нелинейную жизнь, ну, что-то такое нелинейное такое, ну, прямо в мир какое-то творение, ну, в общем, такое вот заключение. Я ему распечатал, я говорю, ты хоть подпиши, он говорит, слушай, ну, там же моя фамилия, этого достаточно. Такой был замечательный, и подписал. Я говорю, вот теперь я буду всем показывать и гордиться, что ты сам подписал, а вот теперь, это теперь, действительно, память о человеке, о моем друге. Да. Я всем
Хочу сказать, что без таких людей жизнь наша пустеет. Потому что именно сегодня, когда мы под давлением такой неопределенности, всяких пандемий, именно сообщество, дружба таких нормальных, человечных людей может спасти мир. Память о нем в моем сердце. Поэтому я поделился с вами, друзья, да, о том, что грустно мне, пусто мне, но нужно жить. Алина, сил тебе и всем близким, и родным, и друзьям. Там мы, конечно, все будем. Но если оно есть, то Виталий, конечно, в раю. Пусть земля будет ему пухом.